Информационной студии телеканала «Север» Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа посетил самый отдаленный населенный пункт региона. Юрий Бездудный осмотрел все социально значимые объекты поселка. На строительство автодороги на Наринмар-Уйсинск из федерального бюджета направят 4 миллиарда рублей. Деньги предназначены на 2020 год для опережающего строительства в рамках уже заключенных контрактов. Дистанционное электронное голосование через портал госуслуги доступно только для жителей города Москвы и Нижегородской области. Эти регионы выбраны Центр избиркомом в качестве пилотных для апробации нового метода голосования. Пробный единый государственный экзамен прошел в Наринмаре. Мероприятие проводится в рамках подготовки к ЕГЭ без участия школьников. Курс на восток. Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа посетил самый отдаленный населенный пункт региона. Юрий Бездудный осмотрел все социально значимые объекты поселка. Алина Ваучейская расскажет подробнее. Прибыв в самый восточный населенный пункт Ненецкого округа, Юрий Бездудный первым делом отправился в сельскую амбулаторию. В медучреждении расположены кабинеты для приема пациентов, процедурная и аптека. Здание амбулатории было построено 7 лет назад и соответствует всем современным требованиям. Отлично. Вот, есть. У нас есть у меня на моноблоке, на ноутбуке у фельдшера второго тоже другого. То есть, если в случае какие-то видеоконференции мы располагаемся, все. То есть, фактически вы можете провести консилиум. Если необходимо, появляется пациент, нужна консультация специалиста узкого, допустим. Вы выходите на связь с Наринмаром и консультируете. С терапевтическим отделением у нас уже было. По необходимости, да. Но с качеством интернета все это зависает. И потом мы переходим с телемедицины просто в телефонный режим уже дальше договариваем. Как пояснила руководитель медучреждения Ольга Надоенко, высокое качество интернет-связи – жизненная необходимость. Ведь Усть-Кара отдалена от Наринмара на сотни километров. А потому консультация посредством телемедицины зачастую – единственный шанс реабилитировать тяжелых пациентов до прилета бригады санитарной авиации. Комплекс, который можно снять ЭКГ и автоматически расшифровывать. Мы слышали. Да. Благодарим. Далее в маршрутном листе делегации – магазин Карского потребительского общества. Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа проверил, не завышают ли цены на продукцию, а также ознакомился с ассортиментом продовольствия. Ассортимент очень хороший. И фрукты есть, и овощи есть, и выпечка есть, хлеб. Убедившись в том, что населенный пункт в продовольственной безопасности, Юрий Бездудный направился в учреждение образования. В детском саду сейчас ведется воспитательный процесс. В школе идет текущий ремонт и подготовка к новому учебному году. Вы в ремонте сейчас, да? Потому что смотрю, что вы сняли, да? Конечно, все в ремонте. Все ремонтируется, все красится, все как бы клеится. Где-то что-то нужно. Готовимся к учебному году. Конечно, готовимся, обязательно готовимся. Все, как бы, всего хватает, вроде бы, все хорошо. Все материалы есть? Материалы у нас, Успеваете к 1 сентября подготовить школу? Конечно, все успеваем, все делаем. А вот сельский дом культуры сегодня в плачевном состоянии. Здание 50-х годов постройки на 60 мест не справляется с нагрузкой. Выход один – строить новое. В это здание нет нерационально вкладываться. Нет смысла делать капитальный ремонт. Нужно строить новое. Конечно. Тут, в принципе, даже по площадям, Юрий Васильевич, мы по площадям уже у нас, если проводить праздники, мы не влезаем, и состояние здания сегодня удручающее, еще масса народу, поэтому мы всегда переживаем. На сколько мест вам нужен зал? Ну, я думаю... Этот на 60. На 150, да, 150 это достаточно. 150, да, это большой, да, какой-то типовой проект есть? Есть типовой проект. Я ознакомлена с типовым проектом, неплохой проект. Также в ходе рабочей поездки глава Карского сельсовета Евгения Амеличкина поведала Юрию Бездудному о проблемах местных рыбаков. Сегодня жители Усть-Кары не имеют законного права вылавливать рыбу для себя и пропитания. Процесс контролируется надзорными органами. Акватория Карского моря не входит при этом в состав Северного рыбохозяйственного бассейна. Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа взял решение этого вопроса на личный контроль. По возвращении обратимся в Минсельхоз и Роскомрыболовство для того, чтобы внести Карскую губу
в западносибирский рыбохозяйственный бассейн. Для того, чтобы была возможность жителям рыбачить для себя, да, потому для что пропитания. Сегодня нет у них возможности пользоваться, и не имеют права они вылавливать ту же навагу зимой, а это их жизнь, это их быт, это их необходимость обеспечить себя, своих детей свежей рыбой, но сегодня они этой возможности не имеют. В завершении рабочей поездки делегация возложила цветы к обелиску и почтила память героев-земляков. Алина Волчейская, Антон Выдряков, телеканал «Север», поселок Усть-Кара, Ненецкий округ. Северный завоз идет по плану. Запас дров и угля в полном объеме поставлен в Харуту, Харивер, Щелино и Шойну. Коткино на 100% обеспечено углем. Пылимец – дровами. Отгрузка топлива завершена в 5 населенных пунктах, масел и смазок – в 3. Как сообщили в Севержилкомсервисе, сейчас в пути находятся 3 судна с энергоресурсами, которые направляются в Нейск, Кию, Шойну и Ому. В целом поставка угля выполнена на 39%, дров на 12%, дизтоплива на 18%, масел и смазок на 24%. По итогам торгов договор на поставку энергоресурсов в 2020 году заключен с Ненецкой нефтяной компанией. Стоимость контракта порядка 1 миллиарда 25 миллионов рублей. Подрядчику предстоит поставить свыше 20 тысяч тонн каменного угля, более 7500 кубометров дров и порядка 12000 тонн горюче-смазочных материалов. На строительство автодороги Нарьян-Усть-Кинский с федерального бюджета направят 4 миллиарда рублей. Деньги предназначены на 2020 год для опережающего строительства в рамках уже заключенных контрактов. Об этом на расширенном совещании при ВРИО губернаторе округа сообщил исполняющий обязанности окружного профильного департамента Павел Масюков. Нас отметили, что мы одни из первых подали эти документы, и проект постановления правительства, распоряжение правительства, он уже подготовлен, направлен к Минтрансу правительства. Обещали в первом, так сказать, транше предоставить эти средства. Также прорабатывается вопрос еще от дополнительных 3,9 миллиардов рублей, это на 2021-2023 годах тоже на Усть-Кинскую дорогу. Пока еще идут согласовательные процедуры. Добавлю, что окружным бюджетом на строительство автодороги Нарьян-Усть-Кинск на текущий год предусмотрено 100 миллионов рублей. В данный момент дорожные работы ведутся на 3 этапах первого участка. Работы выполняет общество с ограниченной ответственностью «Техносфера». Подрядчик производит сборку и монтаж водопроводных труб. Готовность земляного полотна составляет более 70%. Протяженность первого и второго этапа дороги составляет 4,6 и 6,7 километра. Контрактные сроки завершения строительства 30 октября 2021 года. Протяженность третьего этапа первого участка дороги составляет 12 километров. Работы на нем начались в феврале текущего года. Подрядчик возводит земляное полотно с использованием местных материалов. Завершение строительства согласно условиям контракта не позднее 20 октября 2023 года. Отмечу, что строительство трассы реализуется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Заболеваемость коронавирусом в Ненецком округе остается на уровне прошедших суток. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа. По данным, на утро 18 июня на территории региона зарегистрировано 90 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии выздоровело 70 пациентов. Двое скончались в период лечения от основных хронических заболеваний. В стационарных и амбулаторных условиях продолжают получать лечение 18 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. В специализированных отделениях Ненецкой окружной больницы находится 8 пациентов. 9 получают амбулаторное лечение на Хорегинском месторождении и 1 на месторождении Западное Хасе-Дайо. На самоизоляции в домашних условиях в Нарьян-Маре и поселке Искателей находится 419 человек, в обсерватории 1. Под наблюдением врачей на Хорегинском месторождении 444 человека, на Западном Хасе-Дайо 40 человек. С начала пандемии снято с контроля 1611 человек, 10 за прошедшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе проведено 3793 исследования на коронавирус, 43 за последние сутки. Одна из поправок в Конституцию касается федеральных территорий. Они могут быть созданы в России федеральным законом. Этим документом будет определяться и порядок управления такими территориями. Особый статус территории, по словам Сергея Коткина, подразумевает выделение ее земель из федеративной системы и подчинение их федеральной власти. На таких территориях будет вводиться прямое федеральное управление. Эта норма может коснуться военных городков, закрытых административных территориальных образований и природных охраняемых территорий.
Особый статус территории подразумевает выделение ее земель из федеральной системы в подчинение их общей федеральной власти. На таких территориях вводится прямое федеральное управление, что позволит избавиться от лишних бюрократических проволочек, даст возможность прямого финансирования с федерального центра отдельных муниципальных образований, что сегодня в принципе невозможно, а также решать спорные территориальные вопросы между субъектами Российской Федерации, которые сегодня у нас имеют место, к сожалению, быть. Но хочу отметить, что вопрос федеральных территорий, он как новый вообще для законодательства российского. По мнению Сергея Коткина, данная поправка не предполагает образование федеральных территорий с приданием им статуса равного субъекту. Дистанционное электронное голосование через портал госуслуги доступно только для жителей Москвы и Нижегородской области. Эти регионы выбраны Центральной избирательной комиссией в качестве пилотных для апробации нового метода голосования. Об этом сообщили в Департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого округа. Для участия в голосовании необходимо подать заявление в электронном виде через портал госуслуги или для жителей столицы через портал государственных и муниципальных услуг города Москвы с 5 июня до 14 часов 21 июня. Все остальные граждане, зарегистрированные по месту жительства на территории Ненецкого округа, могут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля на своих избирательных участках. Для тех, кто захочет проголосовать до дня голосования, это можно сделать в участковых избирательных комиссиях по месту регистрации с 25 июня по 30 июня. Те, кто в день голосования 1 июля не сможет посетить участок по уважительной причине, состоянию здоровья, инвалидности или другим, могут подать заявление для голосования на дому. Жители Ненецкого округа, которые 1 июля в день общероссийского голосования не будут находиться по месту постоянной регистрации, смогут проголосовать на любом удобном избирательном участке в России или за рубежом. Как сообщили в Департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, самый простой способ сделать это – подать заявление о включении в список участников голосования по месту нахождения через портал госуслуги. Пробный единый государственный экзамен прошел сегодня в Нарьян-Маре. Мероприятие проводится в рамках подготовки к ЕГЭ без участия школьников. На этом этапе отрабатываются организационные и технические моменты проведения тестирования. В этом году все тестирования по ЕГЭ пройдут в пункте проведения экзаменов, расположенного на базе школы номер 5. Сегодняшний пробный ЕГЭ ориентирован на отработку организационных и технических моментов. Нам нужно все поставить в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, с рекомендациями Рособоронадзора, чтобы все технические моменты, все организационные моменты по подходу, по обеспечению санитарной безопасности были соблюдены в полном порядке. В экзаменационной кампании этого года присутствует ряд изменений. Они связаны с эпидемической ситуацией в стране. Например, разграничена пропускная способность, проводится санитарная обработка на пунктах пропуска участников тестирования, обработка помещений после каждого экзамена. Мы обрабатываем оборудование, которое у нас находится на ПП. У нас все организаторы находятся в масках, перчатках. Таким же образом у нас проверяется наличие там, температуры на входе у всех и детей, и организаторов, которые задействованы на экзамене. Кроме того, во время проведения ЕГЭ необходимо будет соблюдать дистанцию. Аудитория рассчитана на 10 человек. Всего же в этом году в Ненецком округе ЕГЭ сдавать будут 285 школьников. Результаты единого государственного экзамена выпускникам школ выдадут до 15 августа. Об этом заявил в Рио руководителя Рособоронадзора Анзор Музаев в рамках горячей линии ЕГЭ-2020, которая состоялась в четверг, 18 июня. По его словам, пандемия коронавируса не скажется на результатах ЕГЭ, ведь у школьников благодаря отсрочке даты экзамена было больше времени на подготовку. Сдавать экзамен будут только те выпускники школ, которые собираются поступать в вузы в текущем году. Остальным учащимся оценки в аттестат выставят по итогам года, то есть без сдачи экзаменов. 29 и 30 июня пройдут пробные экзамены без школьников для проверки технической отлаженности системы. Основной экзаменационный период назначен с 3 по 23 июля, а 24-25 июля зарезервированы для тех, у кого два экзамена совпадут в один день. Расписание экзаменов было утверждено накануне, 17 июня. Документы на поступление в вузы, которые находятся в ведении Миноборнауки, будут приниматься дистанционно. Для этого необходимо получить сертификат электронной подписи. Срок подачи заявлений с 20 июня до 17 августа. Творческие вузы смогут провести вступительные экзамены в очной форме при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора из-за пандемии коронавируса.
В Ненецком округе завершился региональный этап защиты волонтерских проектов «Доброволец России-2020». В нем приняли участие 15 заявителей. Региональный этап – это четвертьфинал конкурса, включающий в себя экспертную оценку Федеральной комиссии и регионального жюри. В состав жюри вошли Алина Лучейская, Сергей Мишин, Марина Каратаева, Данил Исполинов, Владимир Абрамов и Сергей Уваров. Всех участников организаторы разбили на три группы, каждую из которых оценивают три эксперта. Создали три экспертные комиссии. На каждый блок своя комиссия. Вот. Ребята представляют свой проект, защищают в течение 3 минут, затем 2 минуты дается на вопросы экспертам. По итогам мы заполняем ведомости, протокола, направляем их уже непосредственно организаторам конкурса. И в дальнейшем до 1 июля вот четвертьфинал проходит, и в течение июля должны будут дирекция конкурса уже свести итоги, да, суммарные, и подвести итоги, то есть четвертьфинал, и выбрать тех ребят, участников, которые переходят далее в полуфинал. Исходя из эпидемиологической ситуации в России, будет понятно, как участники осуществят защиту своих проектов. Есть возможность проведения полуфинала как в очной, так и в заочной форме перед Федеральной комиссией. Это были все новости на сегодня. Далее смотрите прогноз погоды, спонсором которого является компания Polar Trans.